А, подожди, я тебя поведу, давай, прыгай. Блять, не так же низко. Ты по одной спрыгивай, ёптёп, чё ты? Ты видишь, сверху, снизу серая полоса. Нам нельзя туда подниматься. Стой. Ну куда? Вот ты крутой. Бля, не в ту сторону. Блять! Ну нахуя? Блять. Ты, блять. Все, ребят, на это нам игра закончена, походу. Да. Надо жестик другой взять. О, блять. Ах, схерали сейчас-то. А чё сейчас у нас сдохло-то? Стой! Блядь! Да блядь! 2 hours later. Ну всё в обратную, блядь, начинает. Вот так. Идите. Это какой-то пиздос. Спасибо, друг. Ой, я успел. Я успел. Блять, в другую сторону. Спрыгивай по чуть-чуть. Блять. Теперь в другую сторону. О-хо-хо-хо-хо! Правда, правда. No, Rose. It was never your fault. Okay. So... Да, так значит, это ваша вина, мудаки вы двое, блядь. Так я от вас ухожу. Да, я к бабушке, блядь, долбоёбы. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Короче, мусорки надо ковыряться, да? Описано. Типа, иногда в мусорном баке можно много чего полезного найти, да? И половина детей, которые играли в эту игрушку, и их родители уже на грани развода, блядь, начнут по бакам лазить, книжки искать. Вообще, конечно, классно. Машина едет и с горки сбивает. Автобус, да, который она ждала. Хуяк троих. Ты иди ты к чертовой матери!